две тренировки по социальному фитнесу, работая со старшей возрастной группой. Да, упражнения имеют несколько модификаций, более простые, более сложные. Задача здесь священника не просто там, да, только позаниматься спортом или еще что-нибудь с ними, а это духовное кормление. Потому что, да, слышали такое выражение: в здоровом теле здоровый дух. Так. Это хорошо, да, но вот еще надо не забывать про третью составляющую человека, про душу. Понравилось. Необыкновенное ощущение невесомости. Погода благоприятствует. Море теплое, солнышко светит. На море штиль. Ну просто здорово. Это просто необыкновенно.